Всех приветствую. Итак, начнем с бестселлера. Продукция, которая у нас лучше всего продается. Это наша бесщеточная болгарка. Сетевая. Мощность 1300 Вт. 1320 Вт. Регулятор оборотов. Плавный пуск. Поддержание оборотов под нагрузкой. Вес всего 1,7 кг. Удобная в обхвате за счет бесщеточного двигателя. Благодаря щеткам можно быстро заменить и убрать пыль с них. Металлическую, которая собралась во время шлифовки металла. Вот они, вот эти щетки. Они съемные, полностью снимаются. Дальше у нас две профессиональные полировки. Розничная цена на данный момент 12500 этой болгарки. Есть две полировальные машинки. Роторная и эксцентриковая. Ход эксцентрика здесь 21 мм. Естественно, есть поддержание оборотов. Есть регулятор оборотов и в той, и другой модели. У модели 1500 обороты можно регулировать как с помощью колесика, так и с помощью курка. Дальше это наш шуруповерт. 85 ньютон-метров, крутящий момент, две скорости плюс ударная функция. Патрон 13 мм, металлический. ГК-верт наш также бесщеточный. Крутящий момент максимальный 800 ньютон-метров. Два аккумулятора по 4 ампер-часа. Аккумуляторы взаимозаменяемые. Подходят от компании Makita. Они совместимы. Наш краскопульт 600-ваттник. Яркая LED-подсветка. Три сопла в комплекте. Все сопла медные, никакого пластика. Дальше наша бензопила 318-я. Полный аналог штиля 180-го. Рекомендованная цена 11 900 рублей. Легкая, мощная, 2 лошадиные силы. Стоит в розницу 11 900. Наш бензорез 400-й. 5,2 лошадиные силы, 400-й диск, 145 мм глубина пропила. Рекомендованная розница на сегодняшний день где-то 59 500. Точила с лентой, 370 Вт мощность, яркая LED-подсветка. Вот, сзади выход под пылесос. Рекомендованная розница в районе 8 тысяч рублей. Здесь выход под пылесос есть. Наш еще один бестселлер – это источник питания. Номинальная мощность 350 Вт. Это, грубо говоря, мощный пауэрбанк. У него есть выход на 220 вольт на розеточку. Вот номинальный 350 Вт. С фонариком, с яркой подсветкой. На дисплее будут отображаться, грубо говоря, сколько осталось заряда и какая мощность к ней подключена. Вот. Также есть выход на 12 вольт. Дальше наш бесщеточный компрессор. Мощность киловатт, производительность 150 литров в минуту. Алюминиевый бак, он реально тихий. В отличие от всех конкурентов, здесь можно регулировать мощность двигателя, его обороты, тем самым снизить уровень шума там практически на 20-30%. Дальше наши компрессоры бесщеточные, с бесщеточными двигателями. Естественно, это безмасленники. Здесь есть два выхода. Прямой, без манометра, и второй уже через манометр. Ручка удобная для транспортировки. Здесь мощность 1,5 кВт. У 40-литровой модели уже мощность 1,8 кВт, 350 литров в минуту. Также два выхода. Рекомендованная розница 25 тысяч стоит 40-литровый, 15 900 стоит у нас 24-литровый. Пылесос наш профессиональный со шлангом 4 метра. Фишка его в том, что здесь есть система автоочистки. Им можно пользоваться без мешков. Розетка на 2 кВт. Мощность двигателя 1,6 кВт. Мойка профессиональная бесщеточная 2,6 кВт. Максимальное давление 200 бар. Номинальный 140 бар. Пеногенератор в комплекте. Грязевая фреза в комплекте. И плюс насадки все также в комплекте. Вот. Ну и наш наборчик. 150 предметов. Ударные головки в комплекте. Ключи рожковые, трещоточные, трещотки на 72 зуба, на все три размера. Рекомендованная розница на сегодняшний день где-то 8900. Ну, в принципе, все. Ну и еще одна наша новинка. Вот, это наша маска с тремя стеклами. Три стекла здесь. Вот, натуральные цвета. Вот, рекомендованная розница будет 5900 у этой модели. Спасибо за внимание.